Вот на культурном центре состоялась церемония награждения традиционного литературного конкурса «Я здесь родился, а здесь мне жить». На этот раз его приурочили к году литературы. Награды присуждались в двух номинациях – проза и стихи. Символично, что участие в конкурсе приняли не только региональные авторы, но и творцы слова из Санкт-Петербурга, Архангельска, Рикосихи и Раменского. Всего на суд жюри было представлено более 80 работ, у каждой определенная тема. Чаще в произведениях отражались любовь к малой родине и воспоминания о Великой Отечественной войне. Отличился на Льминос, из поселка прислали 14 работ на русском и ненецком языках. По итогам конкурса определились 18 победителей в трех возрастных категориях. Самая юная участница, которая стала первой в своей номинации, всего 7 лет. Я писала сказку. Царь отбирал у народа хитростью все богатства. Он написал указ, что поселилось чудовище, и оно просит, чтобы царь отдавал ему все богатства. Царь жаль, и он просит, чтобы все жили, приносили во дворец все. А из дворца все будет присылаться чудище, а он сам все богатства себе забирал.